Девчоночки, всем здравствуйте. Еще раз. Дала девочке малышку. Иди, куси, творожка, пожмени. Он кушает. Не, малыш не ест. Малыш, кушает творожок. Он, смотри, иди, куси, аж вылезал. Я на целлофанчик положила. Малышок, покушай. Малышок, покушай творожок. Малыш, покушай. Диклянь съел и поглядывает. О, комедию творят мне. Девочки, сейчас пожарю почеревочек. Смотрите, какой, девчата. Гляньте. Видите? Гляньте. Аж сладенький, девочки. Видите, какой? Сейчас пожарю. Просто. И солей выходной у нас. То, что надо. Так, не тонко, девочки. А вот, гляньте, какими кусочками, да? Солькой присолить. И так чуть-чуть прижарить, чтобы только прихватилось оно. Солькой присолить, перчиком. Горчицу! Пекельно. Написано пекельно. Сейчас будет это с горчичкой. Ну, тут мы ее не ели. Может, она там упала куда-то, провалилась. Я ж там лазила, убирала, там сзади ж меня стоит. Я даже не пойму, что мне там сделать надо. Там только полки надо какие-то. Сзади меня, девочки, стоит это, скажите, с-под телевизора тумбочка. Сейчас я вам расскажу, что там стоит. Сзади меня там стоит с-под телевизора тумбочка. На ней духовка маленькая, а на маленькой большая духовка, вот эта, где я пеку. Вот. И все. А рядом стоит табуретка здоровая, свекрова, зеленая такая большая, что я говорила, под ремонт, хорошо. На ней становиться, ходи себе на ней, никогда не упадешь, не покачаешься на ней. Стал, девочки, в жизни не пошевелится. Не то, что вот эти табуреточки кухонные. Которые тик, и уже лежишь на полу. А на ней ходить там будь здоров. А их две. Даже три. Две одинаковые зеленые, а одна такая половой краской покрашена красная. А они ж крепкие какие, они ж самодельные, девочки. Это ж не вот эти пшикалки. То закручиваются ножки, а то махины целые. И все, и на ней стоит мультиварка на табуретке. И разные баночки, гомняночки, там то, ну, то-то. Знаете, я все время ставлю что-то там, вот. А вот это ж убирала и взяла, шо, пересмотрела все, и кулек. Может, и кулек, и горчицу. Может, я и горчицу зафутболила. То, скорее всего. Оля пошла мыть посуду. А я думаю, что сидеть так, я сейчас возьму быстренько, забацаю генеральную уборку. И то все там сейчас мультиварка стоит. Футлярчик от чая, девочки, на замочке закручивается. А что, мне жалко же его выкинуть. Он, поняли, на молнии. Там красавец, футлярчик. Вот. И что-то еще там стоит. А по-моему, имбирь, баночка из-под имбиря. А ну сколько тут? Раз, два, три. И три. Нам хватит, да, 6 кусочков, я думаю. Правильно? Хватит с головой. А это будет нам на 3 раза. Правильно, девчата. Вот. И это. Ну и все. Я не знаю, что мне туда придумать. Чтоб убрать эту тумбочку. Она на 100 лет не надо там. В общем, надо. Я не знаю, что. Летом все равно там хорошо сидеть. Так сел себе, дверь открыта, не марля, а гардина на двери вешаем. Да, так хорошо, девочки. Шланга под боком. Ну, девочки, я не знаю, если бы вот это у меня не было этого дома, я не знаю, я бы с ума уже сошла. Я бы нашла себе какого-то деда точно с домом, с каким-то. Чтоб только было это на улице. Искала в себе какого-то деда. Девочки, на масочке немножко подлила. Прижарить.
Девочки, османчик стоит. А на маслечке я забыла. О, и поставила же его в эту кастрюльку. И все время за него забываю. Кошмар. Сейчас, девочки. О! Я тут водичка в мыске. Что такое? Малыш, ты съел творог или ты на него сел? Малышок. Малышочек. Ты скушал творог или ты на нем сидишь? Малыш. Не знаю, наверное, скушал. Чи сел на него сидишь? Я его не вижу. Девчатка, сейчас я возьму мыску. Малышочек, у тебя такие глаза, ты на меня так смотришь, что я разрешение скоро получу. Так смотрит, девочки, что дикшо этот. Господи. Что у меня нервы не выдерживают от этих глаз. Такие жалостливые уже глаза и взгляды. Как будто что-то хотят сказать. Ты перепуганные уже вот этими бахканьями разными. Конечно, животные как боятся. До 100%. Так, это потом помоем. У нас я готовлю, Оля потом. Не, ну девочки, я... Оля иногда приходит аж психует. Сейчас я вам скажу, чему. Аж психует, что я перемываю все. Она говорит, ну зачем ты моешь? Что я приду, не помою. Я говорю, успокойся. А я что, не помою? Я все мою. Когда-никогда может что-то где-то осталось. Вчера осталась, правда, мысочка алюминиевая, девочки. И, ну что такое? Чего вы рычите? Дик, отойди от малыша. Дик, что ты на него рычишь? Дик, что ты на него рычишь? Что вы уже не поделили? Гляньте, стоит Дик на него вот так вот. Вы... Ты посмотри. Отойди. Так, все, на улицу. Давай на улицу, Дик. Иди до Оли. А, малыш со мной. Малышок, а ты тут. Дик, выходи. Дик, выходи давай. Выходи. И малыш побежал. Все, идите до Оли. Оле, глазки постройте немножко. Вот, девочки. И что я говорила? Рычит, вы видели, как на него? А что я говорила? Я уже забыла. Забыла. Сейчас вспомню. Может, что-то неважное. За собак, наверное. Ты посмотри, как Дик на него только что. Что-то они уже надумали там, девочки. А, что они вот это боятся вот этих бабками, девочки. Собаки, они же вообще переляканные. Мне кажется, малыш сейчас сильно очень этого боится. Взрывов. Малышок, да, он даже все вот эти дни, девочки, я в коридорчик захожу, Дик там то-то застрянет, а малыш сразу забегает. И уже к двери опять. Я не буду сейчас открывать вам. Гуляйте, идите до Оли. Идите Оле поцарапать. Это малыш пришел. Я ему открою. Малышок, заходи. А, они вдвоем заскочили. Что такое? Что за нервотрепка? Я думала, малыш сам, а они вдвоем. Туды-сюды сейчас будут мне. Вот. И это. И он вот ложится, сразу заходит, и я вот сяду, там посижу, могу чай попить, вот что-то покормлю, покидаю им, что-то с дому приношу, что-то в магазине ж покупаю, в коридорчике даю. Вот. И малышок вот ляжет возле меня у ног и лежит, девочки. Мне кажется, они такие переляканные вот этим всем. Господи. А люди что, не переляканные? Девочки, сейчас мы варенье реанимируем. Это, девочки... По-моему, это с абрикос моих. Ой, не ляпнула. Абрикосовая. Девочки, сейчас
Высыпаем всю баночку. Баночка с-под икры. По-моему, икра. Баклажан, да. О, это абрикоса моя. Сейчас, мои родные. Будет пирог, девочки. Я им торговала. Этим пирогом. Но запомнила навсегда эту торговлю. Ой, возьму ложку, она в сахаре. Вик, будешь вытрещаться на малыша, то малыш на Дика. Я не пойму, то вы любите друг друга против меня. Воюете, нервы мне трепаете. А то ты посмотри, как ты на него зарычал, Тукаша. И прям такую морду сделал. Как убийца. Она приенка, Анатолий. Девочки, торговала этим пирогом. И так осень была. И такая погода дождливая. Как затянулись. Девочки, сода. Смотрите. Так, это у меня... Я... Еще чуть-чуть. Где-то чайная ложка с горкой. Девочки, и это. И так задождило что-то. И я думаю... Что ж делать? Чем же заработать копейку? Чем-то же детвору ж кормить надо, зараза. А торговля осень, а чем, девочки? Буряки в ход только идут. Морковка, картошка, да, тяга от тяжести, которые никому на 100 лет не надо. И что на них заработаешь, аж ни хрена. И я давай, не помню, кто мне, девочки, кто-то торговал этим пирогом. Девчата, кто-то им торговал, и мне дали рецепт. А кто ж, девочки, ей-богу, уже не вспомню. Что, говорит, он дешевый, говорит, у тебя варенье есть, повидло какое-то. Говорит, а полно все время ж варишь. Тем более я торговала и фруктами, всем оставалось. Я шо, сахар всегда был, можно было всегда покупать. Я пекла эти пироги, девочки. Кто же, девочки, аж в голове, я вспомню. Ну, какая разница, все равно вы не знаете. А мне интересно, кто мне это сказал. Прям кто это поделился таким дешевым пирогом. И чтоб я его опять хотела, только что уже... В общем, не знаю. Девочки, я знаю, что вы делали это 100 раз. Вот, содой оно уже пеной взялось, вы видите? Все, отставляем. Я все на глаз сделаю, девчата, так что не психуйте там. Вот. Бляха-муха, так хочется вспомнить, кто же это делал. Я еще так удивилась, знаете, девочки, что человек мне поделился этим копеечным пирогом. И я думаю, тоже я рогалики летом пекла. А потом, ну так я ж хоть сидела, торговала там овощами какими-то и рогалики. И то денег не было. Ну, нечем было уже торговать. Значит, конец лета это было. Что я рогалики, прикиньте, пекла. Вот. И этот пирог, девочки, я его спекла. И пудрой же посыпала и торговала. Стояла возле себя, вот тут. А у нас мало народа ходит. И я поехала с этим пирогом, 2 сделала. На квартал, на 12-й квартал. На остановке там встала. Как 16-й, люди, кто с нашего города знают, на повороте, только на той остановке, где Тера сейчас, вот там вот. Не было киосков этой шаурмой, с колбасой, то, что там поставили, этого ничего не было, просто под крышей была остановка. И я ж, дождь идет, и я с этим пирогом на остановке, думаю, люди ж стоят же, кто куда едет, и я там распродам. И там очень много людей ходит, туда-сюда, туда-сюда, там полно, не то, что у меня. Вот. Девочки, сейчас, а что мне надо, вон, у меня там есть кислое молоко. Или сметана у меня тут есть. А у меня вон сметана есть. Мне надо немножко. Так, вот сметана. Да нет, все-таки там кислое молоко. Если оно там, девочки, не завонялось. Ну, я думаю, не завонялось. Сейчас-то понюхаю. Можете не переживать. Я никогда вонючая ничего нигде не подфутболю. Я не стою оперы. Оно, наверное, и не скисло. А мне надо подкисшее. Тут же холодина тоже. Сейчас я стакан возьму. Сейчас, девочки. Дырочка, девочки, скисшая, я уже вижу. Дырочка ж, девочки. Чтоб на майонезе так отрезалось, как на молоке. На майонезе вот такую отрезаешь, а на молоке пшик. Девочки, гляньте, аж сыворотка. Ой, девочки, гляньте, какая красота. Да, гляньте, аж кусками, аж кусками. Молоко было. Значит, когда прихожу сюда, оно киснет. Когда тепло. Сейчас попробую. Ой, я бы его сейчас выпила. Кислячок. Сейчас, девочки.
Так, родненький, мысочку, сейчас алюминиевую. Сейчас я вам расскажу, как я торговала этим пирогом, падлы. Так хотелось бы сейчас их увидеть. Я бы им сейчас дала. Я бы сейчас бы вспомнила, твари. Девочки, стою, торгую, дожара. Настроения нету, денег нету. Этот должен был пьяный, как всегда, прийти. Второй мой муж. Вот. Я говорю, как всегда, так и было. А что мне скрывать? Тут денег нет, у меня без работы. Торговля нету, торговли. Нечем торговать осень. Представляете, девочки, тянула всегда лямку я. Когда я оставалась вот так вот, нечем не заработать ту копейку, и мне ее никто не принесет, никто не подумает. Нормальные мужья. Ой, блядь, яйца. Сейчас, девчата. Так, это уже пожарилось у нас. Сейчас яйца. Ой, девочки. Надо курей покупать. Срочно. Чтоб яйца. Куры заходили, так позвала сейчас пару курочек. И хай бы яиц сразу мне квакнули. Девочки, штучки 3. Наверное, 4. Хорошо положишь, хорошо возьмешь, да, девочки? Что я вам и говорю. 2 яйца осталось. А у меня тут еще есть коробочки. Вот. 5 штук. Значит, 7 яиц. Хватит на что-то. Вилка есть тут? Есть, фу. Девочки, сбиваем эту яйца сейчас. А тут пена бушует, девочки. Шипучка, шипучка. Сейчас собьем. Девочки, со солью надо подняться. Ой, а я не буду подниматься. Я ложкой наберу. Сразу и масло взяла. Вспомнила. Что и масло же надо. Девочки, соль. Фасоль, масоль. Сбиваем. И, девочки, стою, торгую этими пирогами. Порезала их на кусочки, на треугольнички, на такие. Чтоб сразу человек взял, салфеточки купила, кулечки. Вот. Думаю, чтоб сразу салфеточкой дать. И кулечек. И человек пошел или так сразу кушает. Или кулечек положил. А не было же ничего, это где-то, сейчас я скажу, 91-й, 92-й, 95-й, где-то 95-й, 96-й год, девочки, это было, 97-й, такие года были, вот, перед 2000-ми, вот. Ну, короче говоря, и это, подходят 3 человека, такие лет, наверное, если мне тогда было где-то, Сашика я родила в 32 года, где-то, ну, где-то 38, 30, ну, до 40 лет мне было, вот. Подходят лет, наверное, да по 50 где-то уже вот такие, 50 с чем-то. 3 такие, знаете, лошади. А кто вам разрешает торговать продуктами? Я говорю, а чем торговать, если нету ни работ, ничего? Все торгуют, кто чем может. Это нельзя. Девочки, сахара тоже на глаз. Вот. Это нельзя. У вас есть санитарная книжка? У вас есть этот... Санитарная книжка, да, санитарная книжка. Я говорю, нет у меня никакой санитарной книжки. Вот. Ну, вы знаете, такими продуктами торговать нельзя. Откуда мы знаем? Откуда человек вот берет, знает, где вы это испекали, где вы живете, в каких... Ну, знаете, я говорю, у меня все в порядке в доме. Я еще не больная ногу. Но это тоже, девочки, правильно, да? Есть же такие вылазят, таких конуры. Я знаю, тут на... недалеко базарчик торгует пирожками и беляшами. Я даже купила у нее один беляш и один пирожок. Думаю, нам соли напополам хватит. Разрежу и просто попробуем. Такое гэ. А потом я с ней как поговорила, я по разговорам, по всему я поняла, в каких она и условиях живет. Вот. Ну и все. Ну, говорит, ладно, мы у вас по кусочку себе на обед возьмем, а вы торгуйте. И они у меня взяли 3 куска. А это мой заработок. Я все купила, и муку купила, только что варенье свое. Яйца все ж купила. Ну и все. Я вот постояла, распродала эти пироги, пирог эти кусочки, эти у меня за секунду разобрали. Вот. И больше я с ними не выходила торговать. Потом опять
А потом я, девочки, пошла на озерку, искала там, лазила себе работу на базаре. Вот, девочки, кефирчик добавляю сюда. Вот стаканчик маленький. И я искала себе работу и подошла, помню, требуется реализатор куры. На куры, окорочка, вот это все. И я зашла там в этот, ну, там вот такие бункера, вот эти все. Ну, и зашла, шищу себе, лазю по озерке, где что, что требуется, я туда и захожу. И я помню, я зашла к этим куриным хозяевам, вот. И сижу, что эта хозяйка это так, ну, со мной разговаривает, и на меня, она меня пожалела просто. Она говорит, вы знаете, вы не для торговли курями. Тут, говорит, такими надо быть босками, так и говорит. Говорит, вам, для вас эта работа не подойдет. Вы не куриная продавщица. Говорит, я с удовольствием. Говорит, ну, я вижу по вас, что это не ваш бизнес. Я говорю, спасибо, родная моя, что вы мне так сказали. И я потом пошла по озерке, объявления все перечитываю. И подхожу, девочки, требуется реализатор, носки, колготы, вот, ну, носки мужские, колготки детские, женские, и носочки детские, гольфики, вот такое все. Вот. И я зашла, мне подошла к реализатору, ну, у реализаторши на столе стояло это объявление. Я говорю, а как мне хозяйку увидеть? Заходите, вот это. А эта девочка еще и хозяйка была, племянница директора рынка нашего старого. Он был у нас одним глазом. Я забыла, как его фамилия, девочки, всю жизнь вспомнила. Катя. Она была старше меня, лет, наверное, на 15. Сама она с Прилук. А тут она приезжала, я даже не знаю, где они тут останавливались, когда она, ну, может, снимали квартиру, знаете. И она вот эта Прилуки, вся вот эта, ну, текстиль, это, ну, вот эти колготки, носки разные, вот эта вся фигня, с Прилук она привозила, там изготовитель. Вот. Ну и все. И я же зашла с ней, поговорила, она говорит... Да, говорит, хорошо, выходите на работу завтра, если хотите. И на этой точке и будете торговать. Возле нее вот это, где она, ее помещение, склад ее. И прямо там проходняк хороший. Вот. И я вышла, девочки. Такая торговля у меня была. Ой, ко мне столько дураков приходило разных, девочки. Мужики влюблялись там. Один за носками приходил каждый день, носки покупал. Ой, там с него уже все смеялись, а ну бобьешь там кругом. Все уже, ну, не смеялись с него, чтобы, ну, рыгота, а просто он когда приходил, уже все, компания собиралась, и все, торговля у всех заканчивалась. Мы все, я с ним разговариваю, все подсоединяются кругом бабьё. В общем, весело было, будь здоров. Ну, девочки, я у нее проторговала, в общем, кассы у нас, какие с ней были кассы. Я кассы сказала, а, ну, там же надо переучеты делать. Она вот эта девочки приезжала... Смотрите, какая хорошая хозяйка была. Она приезжала вот раз в месяц, раз в два месяца. Звонит мне, домашние телефоны были, мобилок не было еще. Звонит мне, Люда, я приезжаю в кассу, ну, подготовь гроши. Я подготавливала, девочки, я с этих денег даже чай не покупала, ни чай, ни кофе, чтобы, не дай бог, не запутаться. Вы поняли? Я только за свои деньги. Ну, тоже копейку зарабатывала. Если носки были руб, например, 50 и руб 70 были вторые, да? Какие-то другие. Я смотрю по человеку, по руб 70 могла продать, 20 копеек. Ну что, я должна себе на туалетную заработать и на чай. Ну, правильно, девчата. Я же не ворую с кассы. Я... Получилось, получилось, не получилось, не получилось. В общем, хорошо, детские колготки, наверное, там были руб 45 и руб 60, да? По руб 60 идти продавала. О. Не всем, а выборочно тоже. Девочки, вот, я увидели, что сюда влила. Стакан кислого молока, сода уже была с вареньем, 4 яйца, сахар и соль. А ванилька у меня там еще в кульке. Девочки, ой, хоть бы не забыть, я ж купила ванильку. А думала, там только сливочное масло и овсянка. Дик, я тебя освобождаю от ванильки, сливочного масла. А кулек здоровый какой, нафиг такой кулек здоровый было брать? Ну ничего. Тут кульков, девочки, наверное, уже 500 штук. Вот, девочки, вот такая овсянка. Вот я ее сюда положила. Придете, она на месте. Чтоб пока меня дождетесь, каши наварите и покушаете со смальцем. И с пахучим маслом. Девочки, и это. Ну и все. И она вот приезжала. Я ей все до копеечки отдавала. Она мне говорит, переучет рублю. Чтоб я садилась. Я говорю, Катя, я тебя умоляю. Дело его сама, я пошла торговать. Я любую недостачу тебе отдам. Я не могу вот это считать. Мне...
Я б девочки в киоске б работала, и в магазине у нас меня звала, он через дорогу маленький магазинчик, Вера. Люда, иди ко мне торговать. Мне так ты надо. Во-первых, живешь там, все тебя знают, там бы такие кассы подымала. Я говорю, Вера, я пойду, и считать не надо. Она говорит, ну а как, надо смену. Я говорю, все, разговор закончен. Мне считать не надо, считай сама. Мне не надо вот это, пересчитать каждую жвачку, каждое... Ой, боже, сохрани, фу. Вот, и Катя это. Вот переучет, помню первый переучет. Она же там считает что-то, все. А я сижу на месте, на своем рабочем, торгую. А ну, рядом дверь, склад ее и вот эта точка. А вот. И это, когда выходит, несет мне бумажку, положила на стол. Я говорю, что это? Вот так сразу. Она говорит, твоя недостача. Меня, девочки, думают, бляха-муха, копья не взяла. Все деньги сразу отдельно. Какая же недостача, девочки, навсегда запомнила. 80 копеек. Фух. Я говорю, а я не пойму, это 80, что? Она говорит, 80 копеек. А я говорю, так, я говорю, я вообще... Она говорит, у тебя мелочь в кармане осталась? Я говорю, да, на сдачу. Она говорит, ну, то, что там сдача, в этой сдаче. Я говорю, Катя, ты меня вот это... Она говорит, все в порядке. И все. И вот это потом, я у нее полгода работала, девочки. Ну, она нечестно со мной поступила. У нее, она сама при мне обсуждала эту свою реализаторшу. Говорит, вот это же я полгода торговала, наверное, с ноября и до весны. Вот. Говорит, она то в больнице лежит, говорит, то еще. Говорит, мне кажется, она хочет пересидеть зиму, а на весну прийти торговать. Вот. Ну и все. А тут такое место хорошее. Во-первых, я прибила клиентов, правильно, за полгода, девочки. Ко мне сходились со всего города. И бабушки, и дедушки, и девочки за колготками, за детскими. Вот. И дядечки разные, женихи бегали каждый день за носками. Вот. И коллектив девчата собрались вокруг, хорошие, чтобы... Ну, вообще, бросали, можно и в туалетную сбегать, и друг друга... Ну, а потом идти куда-то на новую точку прибивать, да? Девочки, и пришла эта, как она и говорила, ее реализаторша, она у нее где-то лет 5 уже торговала, вот. И Катя подходит ко мне, говорит, Люда, говорит, мне, конечно, неудобно, ты зиму продержала всю точку, но тебя же вышла, это ее место. Говорит, ну, что я могу сделать? Говорит, он, я тебя недалеко здесь ставлю, девочка, а там была за угол, и такая компания собрала, знаешь, бухаю, бабы вот приходят с утра, вот. И такие вот, знаете, а эти мои девчата там, мне уже душа за них болела, уже знали друг про друга все, и, короче. И я вот у девочки неделю посидела, кассы нету, пришла до Кати, да, я говорю, Катюша, я ухожу. Она говорит, а Люда, ну потерпи, ну надо ж, ну прибывай, люди будут идти. Я говорю, я не буду. Я говорю, я тут себе сколько клиентов. Я говорю, посади ты ее сюда. Она тут уже 5 лет, а я полгода только. Я говорю, я вообще никогда еще ни на кого не работала, только сама на себя. Я говорю, посади ее сюда, а я туда пойду, назад. Она, ну я не могу, это ее место. Она... Я говорю, ну значит, расстаемся. Ну и все. И я ушла от нее. Ушла и опять пошла бродить по озерке. Набродила два хлопца, девочки, два брата двоюродных, а ихние мамы и родные сестры торговали обоями на озерке в павильоне там. Зоя и Лена, вот. А они два братья обувью мужской. Два стенда стояли. Один стенд торговал обувью мужской, а второй просто стенды, никакие ни палатки, ничего. Вот. И вот это у них там чубитки стояли. И я подошла к одному, я даже, девочки, забыла, как их звать уже. Девчат запомнила, мам их, а их хлопцев забыла. Такие оба хорошие хлопцы, девочки. Ну и, в общем, и один меня нашел же, а второму что же надо? Вот. Я говорю, давайте, я что, мне тяжело на два стенда работать. Как будто, девочки, это очередь, да? Как за сосисками в каких-то годах, когда мы бегали, доставали. Вот. Я говорю, давай, я и тебе, что мне тяжело. И вы же два братья двоюродные. Девочки, братья братьями, а кошелек же у каждого разный. Одному продашь, другому нет, уже обижаются. Слышите, как будто я виновата. Вот. Ну и все. И вот то я так торговала. Вот. Там одна девочка, армянка чи грузинка, даже не знаю кто, носила все время хачапури с мясом. Не, с творогом. Ой, я уже от нее пряталась. Уже оно вкусное такое, зараза, такое вкуснятина. У нее все реализаторы, она им только разносила реализатором. Так не, никому, а так вот. Вот. И я вот раз попробовала, зараза, такое вкусное с творожком. Вот.
И вот тоже все время покупала. А потом думает, а нет, жопа растет, девочки. А ну каждый день хачапурину съедать. И я уже вот так сяду за обувь, спрячусь. Она вот так, ку-ку. Мне все время, я уже от вас спрячусь. Я говорю, ну давайте, давайте. Она говорит, а кушай, кушай. Вот, говорит, тут муки мало, тут, говорит, больше творога, а не муки. Я говорю, ну, газуйте, конечно, будем кушать. Вот. Ну, и то я с хлопцами это самое. И хлопцы закрывают точку. Год у них проработал. Девочки, одного мужика один раз рыгаталась аж с ним. Он мерял обувь, туфли. А я же то с ним смеюсь, шучу, подшучиваю. Вот. И шутила, и он пошел в этих туфлях. Я говорю, так идите сразу в них, что вы вот это старое себе будете дрантё одевать назад, идите в новых уже. Он, да, я говорю, конечно, да, он пошел. Я как глянула на витрину, а у меня остался 1,41, 1,42, и он ушел в 1,41, в 1,42. Хорошо, что я глянула, он уже 15 метров, я как заорала, дядя, назад газуйте. Он прибежал, как бешеный. Я говорю, хорошо, что вы еще их не спотыкнулись об них нигде. Какие вам лучше? Какая нога удобнее? Он говорит, та удобно. Я говорю, а ну, снимайте назад. Садитесь, я постелила ему кордонку. И давай же заново переобувать его. Одинаковые размеры ему дала, девочки. Так бабки засрала, что все равно тот давит, а тот большой хорошо пошел. Девочки, тут хлопцы мне сообщают, что они закрываются. Говорит, Люда, говорит, нема, говорит, торговли, говорит, мы не хотим уже. А, девочки, пришу, начали строить павильоны, гонять начали вот эти все стенды, вот эти жалюзями павильоны. Говорит, Люда, закрывают. Я говорю, я говорю, ну, может, где-то в другом месте давайте станем. Во-первых, я к ним привыкла, хорошие хлопцы такие. Ой, и тот мне платил, и этот платил со стоек, по-моему, по 25 гривен с одной стойки, с другой выход. И плюс какие-то проценты, что я продала. Я хорошо там, я, во-первых, хороший, как хлопцы, как хозяева. Я же говорю, мне всегда везло на людей. Вот. А потом это самое, говорит, ну, уже месяц дорабатываем мы, и все. Ну, убирают, чтобы не мешали строить вот это все. Понастраивали. А что, конечно, им за бешеные гроши надо. Или эти за местовое платят копейки. Или они вот эти бандуры сейчас понастраивали, что люди черти что должны продать, чтобы заплатить аренду этих мест. Вот. Ну, короче говоря, и все. Когда мамы их не начали, они и так ходили мимо меня в туалетную все время. То та стоит по часу, то та постоят, поговорим. Вот. Хорошие тоже мамы, такие девчата. Такие, наверное, как я годами. И уже что Лена, что Зоя, начали по очереди меня звать к себе на обои. В общем, короче говоря, я не помню, по-моему, я к Зое пошла. Зоя мне вот говорит, Люда, идем. Я говорю, ну, чтоб Ленка же не обиделась на тебя. Она, да нет, говорит, мы же сестры родные, говорит. Я ей скажу, что ты ко мне идешь. Чтоб, ну, не хотят меня упускать продавца такого заговорщика. Ой, девочки, я там неделю постояла. Посидела в этой бункере, в этом с обоями. Это не мое, как и мясом и рыбой торговать. Это не мое. Вот. В общем, один подошел ко мне, что-то обои спрашивал. Сколько надо, там надо знать, сколько надо кому-то посоветовать километров на какие-то стены. А я что знаю? Я дома ничего не знаю, как эти обои ляпать. А то я буду еще людям советовать. Там надо строительный институт закончить, чтобы рассказывать за эти обои, девочки. И как их подпаливают, запечатывают зажигалкой, придавливают вот так клеенку. Я, девочки, побывала как на зоне. Там вот эти продавцы обоев, они как зэчки, знаете, такие, они все знают, как ремонт сделать, как с чего сделать, сколько километров, сколько надо вот этих окантовок, как их замотать вот это. О, я точно как на зоне. Только они все, знаете, вот эти были прожженные, а я только пришла новенькая. Они сидели там за какие-то эти, а я за что-то... Не знаю даже, за что я попала туда случайно, в этот коллектив. Девочки, вот это наше тесто. Балу-балу. Ну, я ж печь его буду там наверху, и вы там наверху, Пугачева. Вот, все. Я знаю, что вы это знаете, как печь. Вот оно, все. Ванилька. Шманилька, все тут. Постное масло, все. И пудрой потом присыпать. Это очень вкусно. Это моя, нет, прям, знаете, душа болит, что меня вот так тогда, вот это, забрали у меня навар. 3 кусочка, это был навар, что я должна была заработать эту копейку. Вот, девочки, сволочи. Вот. Ну и, девочки, этот мужик у меня
спрашивает, говорит, а сколько мне надо квадратных километров на стены там какие-то, что-то он мне рассказал, сколько-то там. Я говорю, я не знаю, мужчина. Он говорит, так а чего вы тогда тут сидите? Я говорю, идите вы и садитесь тут. Вы, может, больше знаете, будете рассказывать. Он как начал смеяться. Я напротив сидела девочка, я уже с ней разговорилась. Я говорю, он, подойдите. Я говорю, иди, он тебе клиент. Там, он, я говорю, он вопросы мне такие задает. И он смеется, и та уже начала ржать. Я говорю, идите у нее скупитесь. Идите. Вот, и он тут пошел и смеется страшно. Вот, а она ж потом мне говорит, вот спасибо за клиента, такого подогнала, покупателя хорошего. Говорит, а что ты не продала? Говорит, это ж мои ж деньги, за выход дают деньги, а еще ж с продажи проценты. Я говорю, я этим заниматься не буду. В общем, девочки, я еле вот это до выходных дотелепала, там 4 дня или 3 дня. Иду, идет мне навстречу моя эта Зоя. Видит меня, что я с торбой иду, куртку свою там, что я брала, поддевала там, ну, шмотья какие-то, что я оставляла, она кулек этот увидела. И уже за 5 метров мне говорит, Люда, посыть, ну, научись, ну, сиди, работай. И я говорю, я тебя умоляю, это не мое, мне ремонта еще не хватало, торговать ремонтами. Я говорю, я не смогу. Я говорю, зачем ты будешь даром время тратить? И тебе кассы не будет. И зачем тебе такой реализатор? Вот скажи, пожалуйста. Я же еще нормальный человек. Я же не могу сидеть вот это на вот твои деньги и ничего тебе кассу прибыль не приносить. Ну, правильно, девочки? И я ушла. Мне так жалко. Такой хороший коллектив тоже я себе тогда нашла. И все, девочки. И тогда я ушла работать в сауну. А в сауне... Ой! Эх, бизнес в сауне. Девочки, я пошла наверх. Ждите пирог.